Ну что, всем привет, всем доброе утро, 2 января сегодня. Я вам давно не снимала. Кстати, у меня плитка отвалилась же. А я снимаю и на нее внимания не обращаю. Вон она лежит. Вот она тут лежит. Надо этот купить клей и ее приклеить. Коля говорил уже и молчит. Всех с Новым годом еще раз. Так, девочки, вы знаете, да, так как у меня не было Нового года, я решила сегодня наготовить всяких разных вкусностей и налопаться всяких разных вкусностей. Вот, сейчас я хочу приготовить салат из крабов. Крабовый, короче, салат. Вот, но что туда ложится, я не знаю. Я буду импровизировать. Я примерно так помню. Я не заходила ни в какой интернет, я не смотрела. Сейчас утро раннее. Я уже позавтракала. Я скушала бутерброд с этим. Кусочек черного хлеба. Помазала его сметанкой. И авокадо сверху положила. Оно как раз уже спелое. Ложкой прямо его как помазала. А еще вы знаете, что авокадо — это фрукт. Это фрукт. Я обалдела. Я думала, что авокадо — это овощ. Так, как я помню, вон, оторвалась у меня доска. Но она мне нравится. Она вот прям удобненькая. Маленькая, классненькая. Вчера до мамы съездили. Вчера съездили, сегодня приехали. Ой, и вчера же и приехали. Утром мы уехали, и вечером мы приехали. Ехали туда, два раза сломались. Этот, как он? Короче, кардан, по-моему, какой-то отлетал. Ну, ничего, нормально. Я нисколько не замерзла. Все гремит на этом микроволновке. Все, свекла отварилась. Значит, вчера ездили же до мамы. У меня же мама на Колю обижена из нашей вот этой всей жизни хорошей. Его даже не пустила. Вот. И он, короче, там был у одного Коли, а он там бухал. Короче, это капец просто. И я из-за этого даже ночевать у мамы не осталась. Думаю, что я буду ночевать в этом, в тепле, в тишине, в уюте, а он там будет с какими-то алкашами нервничать, и я ему говорю: поехали домой. Все, он приехал, мы поехали домой. Вы знаете, мы вчера приехали, я все отварила. Я отварила рис, яйца. Что ты хочешь? Что? Что-то хочет, сама уже толстая такая. Что некоторые думают, что она беременная. Она не беременная, она просто толстая. Thank you.
Муса. На улицу не хочет. Так. Есть яйца. Теперь крабы. Так что ничего страшного. Что, ты краба хочешь? Да. На, Маруся. Сюда. На. Иди пробуй, кушай. Так, теперь мы крабы разрезаем. Короче, я сегодня буду готовить салаты. 3 штуки. Крабы, оливье под шубой. Я буду готовить пюре. Я буду готовить окрошку. И я буду готовить голубцы. Представьте. Вот так вот. И нас двое. Представьте. Я прям хочу объесться салатом. Коля мне говорит, у нас есть 2 теста на беременность. Сделай с утра 1. Я говорю, иди в баню. Просто хочу салат. Просто хочу Нового года. Все наготовлю. А вечером включим телевизор, там у нас в зале. Там все на столик туда отнесем, маленький, журнальный. Включим какое-нибудь кино. Ну, я не знаю, наверное, только не ирония судьбы. Вот лично мне это кино уже надоело. Мне не надоело кино «Москва слезам не верит». Мне не надоело кино... Как же оно называется? «Не учи меня жить». Лучше помоги материально. Что это за кино? Ну, это, по-моему, и есть «Москва слезам не верит». Так... Вот оно мне не надоело. «Любовь и голуби» — это на 8 марта смотрим. «Иван Васильевич меняет профессию» — тоже как-то не очень. Это «Итальянцы в России» или кто там? «Невероятное приключение итальянцев в России» — тоже не очень оно мне. Нет, она не стала кушать крабовую палочку, Маруся. А она хочет выйти все-таки. Пошли. Пошли. Мороз на улице, прям вот этот замок замерз. Еще торт собралась сделать. Наполеон.
сегодня буду заниматься домашними делами, а завтра буду открывать магазин. Крабов, мне кажется, достаточно. Ну ладно, тут два осталось. Куда их девать? Голубцы ни разу еще не делала. Сегодня буду пробовать. Но я примерно знаю, как их делать. Сейчас капусту опущу в кипяток на 5 минут. И то не целую капусту, а хочу разобрать ее на эти листья. Лишь бы они не порвались. Так. Теперь отправляем в этот салат рис. Я узнала, оказывается, в 100 граммах авокадо 200 калорий. Я обалдела. Это много. Еще, наверное. Все, достаточно. Рис. Теперь яйца и кукуруза. И майонез, и соль, и перчика. Сейчас мы его, чтобы громко по столу не стучать. Коля спит. Не вчера. Ой, завтра встану пораньше. Часов 8-9. Сейчас смотрю, спит у меня, спи. Не стала его будить. Мы вчера приехали, прям у нас такая идиллия, друг друга с полуслова понимаем. Раз, два, три, короче, яйца сюда сделаем.
чистится. Что-то кашляю. Вчера же говорю, одела вот этот свой костюм, который цельный. Брюки и кофточка. Он цельный идет. И я уже, когда мы выехали, думаю, ё-моё, а как я буду в туалет-то ходить? Ладно, если в помещении, а там-то на улице, на трассе. Думаю, офигеть. Пыталась, короче, терпела уже. Мы же еще ломались пару раз, и у нас дорога вообще получилась длинная. Вот. И я уже не дотерпела, уже говорю, все, пофиг, останавливайся. Я пошла, попробую в туалет сходить, в машине разделась. И в одном лифчике, короче, в туалет ходила на улицу. А мороз вчера был. Короче, мы ехали, по-моему, до 27, что ли, подымалось. Или даже до 29, что-то такое. Ну, короче, морозик был. И вот мы вчера домой уже едем. Я не могу, у меня поясница отваливается. Я прям вроде и вот так вот разлеглась, короче, лежу. У меня все равно. Приехали, я и тоже пока дома дела все переделала. На сегодня вот это все подготовила. Пока посуду помыла, пока мы покушали. Пока то, пока сё. И уже я легла в 11. В 11 часов, ага, легла. И не могу даже место найти себе. То есть, как ни лягу, у меня эта поясница меня беспокоит, и все. Потом Коле говорю, сделай мне горячий массаж. Хотя я знаю, я слышала, что горячее нельзя. Но он мне, когда растер там эту спину, поясницу, мне прям тепло пошло. И я такая бах и начала засыпать. И уснула. И до утра уже спала. А я вчера первого просыпаюсь. И такая... Захожу в ТикТок, там все ведут эти прямые эфиры. Кто-то плачет пьяный там на камеру, что-то там... Кто-то обидел, жизнь или что. Короче, водка уже плачет. Это не люди плакали, это водка плакала. Кто-то плачет, кто-то кому-то плохо. Ой, блин, думаю, господи, как хорошо, когда ты не пьешь. Зато мы утром свеженькие, бодренькие, проснулись, позавтракали. Оделись и поехали. Машин так мало было до обеда на трассе. А вечером ехали много. Так, кукуруза теперь идет сюда. Идет кукуруза, которую нужно еще открывать. Короче, без ключа. Сейчас солью.
Я вообще очень люблю вот такой сок пить. Но этот... Я сейчас сытая. Я не хочу. Я не хочу. Все, кажется, сюда колбаса не идет. Мне кажется, сюда можно еще огурчика добавить. Нет, для сочности. Хотя, в принципе, нормально. Или еще один порезать. У меня останется два огурца. Один еще порежу. Еще один порежу. Сейчас я его хочу сразу. Такой цветок у меня получился. Ну, я умничка прям. Я вам только что лайфхак такой показала. Офигеть. Сама в шоке. Ой, блин. Офигеть. Тут в конце уже импровизируем. Большие режем. Все, все. Так, сразу, короче, я сейчас соли добавлю. Добавлю, короче, это что, от кукурузы. Добавлю столько соли. Или даже еще можно немножко. О, теперь точно хватит соли. Перца. Я очень люблю перец.
Сейчас будем худеть. Низкокалорийный. Успеем мы постранить, правда же, девочки? Успеем. Хочется, если нужно кушать. Вот захотела я эти всякие салатики, малатики. А я вчера, кстати, ездила до мамы, до Гали. Мы у Гали, у сестренки моей родной. Кушали, обедали. И этот. У нее были там оливьеха была, разные салаты были. А она мне положила мясо по-французски. Такой здоровый кусок на говядине. И вообще, говядина была мелко-мелко-мелко, рубленная. Вообще офигенно она приготовила, мне понравилось. Я попробую как-нибудь тоже так сама приготовить. И этот. Я думаю, ну неудобно вот это оставлять в тарелке. Я его доела весь этот кусок, и мне даже на салаты места не хватило. То есть я наелась, я смотрю на салат, и я его хочу, но мне уже все, не лезет. Я вот и не ела даже салаты на Новый год. Вчера едем с Колей, я говорю, я завтра наготовлю того всего. Короче, сделаю праздничный стол. Ну что, девочки, мне кажется, я прям это симпровизировала, как положено, салат с крабом. Переборщила. Ну, ничего. Огурцы, соль, она ничего не соленая. Оно вберет в себя. Вот и все. Стоит, настаивается. Все. Салат номер один готов.